принимаем впервые. То есть это интересный, новый абсолютно опыт. То есть по долгу службы, так сказать, я часто общаюсь, много общаюсь со студентами, но с иностранными студентами в неформальной обстановке такого еще не было. Поэтому я с удовольствием приняла предложение. То, что касается традиционного ужина, да, вчера был День Благодарения, и поэтому мы решили ребятам устроить праздник. Ну и, в общем-то, и нам было проще подготовить меню, так как День Благодарения, конечно, очень важный для американцев праздник. Наверное, один из самых важных праздников. Поэтому попробуем создать атмосферу. У нас талантливые дети, занимающиеся разными видами спорта. Вот у нас есть юный футболист, который Демид собирается показать, да, мастер-класс по футболу. У нас есть двукратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам. Не знаю, покажет ли она мастер-класс. Ну, в общем, как пойдет вечер.